Всем привет, друзья, это видеоблог «Две хаски». Мы наконец-то на большой воде. Приехали сегодня на Рузу в составе 4 человек. У нас сегодня большая компания. Я вот уже ставлю жерлицы. Ребята, кто-то ставит палатку, кто-то будет ловить подлещика, на лунках бегать. Посмотрим, как это получится. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь. Думаю, что-нибудь допоймаем. Погнали. Сегодня ловим на плотвичку. Так, идем дальше. Первая готова. О! С дорожки. Спасибо. За рыбалку. Так, ну, ребят, там что-то даже проклевывается. Попробую поймать окуня. Отлично, окуней наловились. А? Поймал, нет? Не, окуня что-то не берут там. Сейчас буду. О, подлещик, да, смотрю. Или это плотва? А, не, подлещик. О. На первый, там, на первый или последний клюв. Да? Сейчас пойду посмотрим, может, сейчас она соберется только. Посмотрим. Ну да, сейчас тоже похожу, попробую. Так, сначала я попью чаю. Будете быть вроде? Леш, твой Леш. Да. Там есть курица. Ага, да я это так. Курица, а, ну отлично, отлично. У меня просто тоже вкусные бутерброды. Слушай, перепады большие, блядь. Знаешь, я говорю, здесь почти 13 метров. Угу. Да? А там у меня, знаешь, это... Я знаю. И, знаешь, вот это, пока вот это смат у нее, угу. Да? Пока это все размотаешь, да. Ну, да. А так и тут и было, я смотрел по этой вот программе. Он им показывает, что здесь это. Но там, видишь, получается, воды больше в этот раз. Типа, наверное, старая карта какая-то. Старые данные. Там на 3 метра, на 3-4 разница идет. Но рельеф можно хоть увидеть. На одного черточка, да? Ну да. Вот он. Блин, ну да, движение отработано вообще. Да, потихонечку. Вообще круто. О! А вот и он. Леха окушки берет, да, так что на тему. А Леха все берет. Я еще, смотри, с холодильник на даче, блядь, мне еще, блядь, с той зимы еще, блядь, есть. Потому что когда на Яузу ездили, там нормально было, знаешь? Mm-hmm. Там были по 700-800 грамм были. Mm-hmm. Ну ничего такого. Хороший, ну, да? Ну, конечно, не знаю, посмотрите вам что. Видишь, мне леску 0,14, поэтому если бы... Ну, 0,14 нормальная леска. На 0,14 можно... По-моему, для Лёшки, по-моему. Лёшкин? А, нет, 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 нет. О, это о! Я окунь думал. Ну, все, отлично. Рыба есть. Угу. Можно ловить. На видео заснято. Конечно. Блин, ну ладно, приятно. Есть. Ну да, на черта. Тишина, да? Ну, у меня окунь, возможно. А, нет.
Ну, первый. Опа, поклевка. Ну что, Максимус? Батя у тебя вообще красавчик, конечно. Просто чу-чу-чу при мне поймал такого вот. Ну, такого, да. Такая вот чешуя. Глаз. Зрачок. Такой. Вот он. Собака. Иди сюда. Иди сюда. Ну иди сюда. Ну иди сюда, собака. Это талисман пришел, да? Ну иди сюда. Какая ты красивая. Красавец. Красавец. Непонятно кто. Ну. Талисман пришел наш. Так, ребят, сейчас тут замешал вообще просто. Три прикормки, сухари и мелассу добавил сырную. Запах просто бомба. Такая она получилась вязенькая. Сейчас по две кормушечки добавлю. Лёха, ну как у тебя успехи? Как тебе зайти? Иди подойти. Да ничего, мне не холодно. Опять ты ловишь на 15 удочек. Нет. На 2. На 2? Да. А это что? А это. Не клюет. Что, клюет что-нибудь? Не клюет. Вот там клевал. Угу. Что-то перестал. Шевелёнки там у тебя есть. Угу. Не знаю. Ладно, да я сейчас закормился только. А-а-а. Сейчас пойду искать рыбу. Давай. Ладно, давай. Ни хвоста, ни чешуи, так сказать. Опять залетный. Опа, есть. О. Опа. Есть, дружок. Настоячку.
Неожиданно. Вот. Пошла жара. Фух. На игру так не клюет. Слушайте, два подряд. Только поставил, сразу поклевка. Теперь у меня закрадывается. О. Клюет, слушайте. Теперь у меня реально закралось сомнение. Все ли правильно мы делали? Есть. О, это нормальный. Давайте в эту сторону. Это нормальный какой-то. Поддавливает прям. Наверх пошел. Да, это хороший. О! Владимир, смотри. Нормальный. Хорошенький. На стоячку клюет. Третий подряд, минуты за три уже поймал. Ну нет, поменьше. Этот плод сейчас самый крупный. Вот это хороший. Приятный. А? Подлещика нормального. Такого грамм 500, наверное. Клевывает. Опа. Есть. Вот это мне нравится. Опа. Отлично. Вот это хорошо. Такая мормышка. Диско-шар какой-то. Золотистая. Золотистая выручает. Ну вот, после обеда расклевалась. Или я просто попал на стайку. Еще бы жерлица сработала, прям вообще бы круто было бы. А? Поймал. Подряд идут вообще. Как из пулемета. А? Да, вон лежат. Уже 6 штук, один сошел. Вот так, ребята. Переехал на другую лунку, где стандартно у меня с проводки клевал один подлещик на черта. И вот только поставил, уже было 3 поклевки, и что-то пока не могу подсечь. Что-то хорошее. Ветер в ту сторону пошел. А, показалось, что хорошее.
обычная. Вот такой. Вот так вот. Насаживаю на чертик два мотыля. И вот реально клюет. Ой, как удобно. Господи. Как же удобно. Я сел. Черт. Блин, это вот всегда так. Разлил чай. Ой. Опа. Паренек. Вот такой вот. Стоять. О-о-о, смотрите. Вот так показывает мне, вот так мне показывает. На поплавки, что ли, ловишь? Слышу, вот размотал 10 минут назад. Да? Да, просто вообще, смотри. О, фига. Давайте посмотрим. Сейчас побуду оператором умахнул. Ну, рассказывай. Это обычно пришел Юра. И тогда вот перестало. Да, как обычно, черт там, наловил какой-то. Ни хера себе. Ну, вот красавчик. Ну, короче, я что-то не что-то ловил. Что-то перестал открывать, что-то поставил. Там где-то крылунчик. Угу. Какие-то шевелёнки у тебя. Ну. Поставил, короче, тюнки. Ну? И у вас поклевка. Думаю, пойду-ка я что-то, блин, уже запарился ходить. Поставлю, думаю, сюда поплавок, где нормально клевало. Пошла, пошла. Пошла восьмерка. Слушай, ну. Красавчик, слушай. Этот вообще офигенный, я бы сказал. Только он какой-то, видишь? Какой? Плавники черные, обрежем все, да? О, отличный, отличный кадр будет. Да нормальный, ну пятнистый парень. Короче, у тебя тут красота. Делается все как, сейчас я покажу. О! Итак. Это все рыбы-наркоманы. А что, реально у тебя это работает тема? Я просто это, у меня перестал уже клевать. Вылавливаем рыб наркоманов. Вот так. И секретное оружие. А нет, сначала мотыль. Сначала берем. Угу. Мотылька. Давайте. Поближе. Ага. Две штучки, да? Я тоже ну, на так, два. Ну так, я не знаю, что. Две. Я на два ловил, у меня тоже решил, хорошо. Решил. Блин, крючок разогнул. Прикинь, мальца. Да ты так тащишь ее, как будто там вообще плотвичка какая-то сидит. Ну что поделать. Поаккуратнее, поаккуратнее, тут так сходу, сходу. Ну, так. Две штучки. Две штучки. А теперь реклама. Та-да-дам. Вот такая штука, конопля жареная. Предлагали ее скурить, но мы ее не дали. Берем. Подзамерзла просто мальца. Оп, оп, оп. О, слушай, она такая прям, да, прикольная. Забрасываем. Так вот. И теперь ловим наркомана. Госнаркоконтроль на работе. Опа. О, сразу что ли клеит? Я тебе говорю. Вот ты подошел, я две подряд поймал, и вот третья. Я просто представляю, на Росфишинг сейчас выложишь, когда два дня ни у кого не клюет. Да нет, там нормально. Да не, ловит, ребята, я тоже считал. Мужичок там пошел, потому что там пакет набрал.
Да реально, блин, эта рыба не нужна уже так, из-за интереса вообще просто. Ну да, вон, там шевленочка, да. Лёха там на треть ловит. Шива. Шива, да. Многоликая шива. Еще на каждую удочку по три крючка. Где? Поклевка тоже бодрая была. Ни черта. Во-во-во. Вот она. Вот так. Очередной красноглазый парень. Помельче. Должна была плотва вообще клюнуть, по идее. Ну ладно. Что-то они все у тебя какие-то пятнистые, пойду. Ты их чем там заразила? Вот они. Я вас тут чуть наловил. Я еще бачку отдал. Ну-ка тут даже. Ну килограмм, что? Да нормально мы сегодня половили. В общем, друзья, получилась вот такая рыбалка. Можно сказать, открытие сезона большой воды. Жалко, конечно, погода внесла свои коррективы, и на лед вышли только в январе, в середине января. Вот, всех со старым Новым годом, кстати, с праздником. Я думаю, мы будем наверстывать упущенное, и поедем в скором времени опять на лед. Так как сегодня, я считаю, рыбалка успешная, на мой взгляд. Конечно, не поймали щуку, судака, но я думаю, все еще впереди. Еще все наловим. В общем, собираемся потихоньку. Время 4 часа уже. Клев потихоньку спадает. Макс все что-то там ловит. Ну, и пусть себе ловит. Все, ребят, не хвастаньте, шри, пока.